В Минздраве опровергли информацию, ранее появившуюся на зарубежных сайтах, о смерти казахстанцев от коронавируса. Ведомство населения призывают верить только достоверной информации. Она доступна на официальном сайте ведомства или на страничке Facebook. И сегодня же министр информации и общественного развития Даурен Абаев сообщил о запуске специального сайта coronavirus2020.kz. В нем будут содержаться последние данные об эпид-ситуации по коронавирусу. На сайте будет собрана и вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при карантине. В разделе «Вопрос-ответ» специалисты ответят на все вопросы казахстанцев. Вся информация на сайте актуальная и достоверная, заверили в профильном ведомстве.